Но у нас пока готовится колбаса. Я решил попробовать перец свой домашний. Ну как домашний? Домашнего приготовления. Перец покупной. Острого перца. Перец это острый халапеньо. На канале у меня есть то ли видео, по-моему, да? По-моему, есть видео или нету. Я не помню уже, честно сказать, как я перерабатывал 5 килограмм этого перца. Заготовки. Чем он отличается? Один залит горячим маринадом, прям почти кипятком. Вот он выпал вот в так вот в осадок. Я просто пару банок давал уже на пробу там. Сам еще не ел. Говорили, открыли, когда забурлило, закипело, типа пропало. Я говорю, оно пропасть не может, оно получилось квашеным. И второй вот этот залит холодным маринадом, как я всегда делаю. Маринад состоит из. Короче, на литр воды, не на банке, там ничего, на литр воды 2 столовых ложки соли, 2 столовых ложки сахара. Специи там по вкусу, но главный ингредиент соль и сахар. Все это проваривается, остывается и заливается. Вот сейчас буду пробовать, как выглядит. Кстати, вот такие лимоны в этой, в Победе, очень вкусные. Кому неохота заморачиваться, такая реклама. Так, сейчас я на штатив ставлю и пробую. Так, блин, пока камеру выставил, непривычно мне самого себя снимать, пока настроишь. Так, пробую холодного. Ой, тоже пену пустил. Ну, запах такой вот это, как знаете, на рынке есть, продают овощи. Квашеные. Знаете, что почему? Я думаю. Потому что я его отправил, когда приготовил, он-то остывший был, все. Но я его отправил в подвал, не в холодильник поставил, а в подвал. А в подвале температура сейчас не остывшая, так сказать, да? И получается, он подзабродил. Надо было в холодильник ставить. Так, сейчас поближе у вас. Вот такой вот. Сейчас прямо так вот загребу. Насвинячу сейчас, как всегда. Уже. Где тут, как тут показать, как вы там показываете? Не знаю, как вы там показываете. Не могу я привыкнуть к такому. Ну, пробую. Вот да, получается такой прям квашеный. Или ферментированный, или квашеный, как очень вкусный. Это холодный. Горячий, я подразумеваю, будет мягкий. А этот еще хрустит. И, кстати, покупной перец отличается от домашнего. Я вот домашний недавно пробовал. Я шикать начал. Хотя один и тот же халапеньо. Какая красота. Так, надо закрывать, а то еще. А чем, почему, еще чем отличается по вкусу? Ну, я так понимаю, да? Жена недавно попробовала домашний, который вот я сорвал и положил в банку. С подрассолом от, ну, от старого вот этого, да? Ну, там недельку помариновался, и она попробовала. Как говорит, чувствуешь два раза острый перец на входе и на выходе. Вот выход, говорит, был у меня, говорит, жесткий. Она как бы не любитель. А, сейчас тоже слышно, пшикнул. А. Ну.
У этого запах поинтенсивней. Прям посолёней. Вот он прям посолёней. Это горячий получается. Так, сейчас я солью вот эту жижу. Так, продолжим. Да, вот этот горячий мне больше по запаху нравится. Ой, у меня аж это слюнки потекли. Да, как я говорил, он мягкий. Ну. Сейчас я вот так вот сделаю. И возьму пониже туда. Да, иди что сюда. Ну а вкус мне вот этот нравится. По запаху вот этот, по вкусу вот этот. Вот как бы скрестить это все. А как сделать? Все перемешать. Ну тогда будет попадаться и такое, такое. Не, вот этот прям вообще класс. По запаху. Да, я сейчас чувствую. Ну. Не, вкус. И, кстати, он острее. Почему-то. Чем холодный. Сейчас перепробую. Ну да. Вот этот горячий острее. Ну, самое главное, что оба вкусные. У меня дома там, у дома, говорю. Растет еще домашний свой, домашний буду делать тоже. Вот ассорти сейчас. Вкусно. Короче, рецепт имеет место быть. Но что-то покупное в этом году не очень. Острый. А? Ну такая, я халапеньо и пробую. Можешь пробовать? Нет. Он вообще не острый. Ну. Ах, класс. Соленый. Огурцами соленый, ну пробуй. А тебе какие вкуснее? Мне вот этот понравился по вкусу больше. А этот по запаху понравился больше. Ну, если отличишь. Ну, да. Да? Да? Отличается вот этот другой, да? О. Как? Острый? Для меня, да. Ну. Не терпимо. А, ну теперь вот этот. Сейчас. Ничего. При вкусе пойдет. Ну да. Попробуй вот этот. Ну, не острее, чем мы пробовали с тобой вот эти китайские, где эти шарики, сою какую-то, помнишь? А этот хрустящий, да? Угу. Ну, не сильно острый. Да? Вначале у этих вкус помидоров. Ну, какой тебе больше понравился? Не поняла. Ну, пробуй еще раз. А оба, чё? Оба. Ну вот видишь, как ты говорила, острое, острое. А оказывается-то и нет. Да острое. Ну вкусное, главное. Чё там? Видно или нет? Так, мы тут с дочей дегустацию решили устроить. Я тут сыр мудрил делал. Сколько? Недели две, наверное. Сейчас будем... Делал две недели? Да, где-то две недели. У нас есть. Где? На, попробуй так.
Ну, я пробовала уже. Он белый, нет? Да. И вот сейчас мы... Ты кашу когда это варил. А ты с ним ела, нет? Ну, попробовала ведь. Ну, без него. Вот так вот делается. Сырок. На творог чем-то напоминает. Да, он что-то это... Да ё-моё, что такое разваливается. Прям как творог просто раздавили и все. Угу. Вот так. Ложится халапеньо. Один. И второй. Как второй? Ну, два вида. Вот так вот. И кстати, так вот. Я когда пробовала первый раз, он кислый прям был. Сейчас. Ну, не прям в первый раз, когда ты приготовила, а когда мы кашу ели. Может, настоялся просто сыворотка там. Вкуснота. Прям... Прям вообще отлично. Ну прям. Прям, да. Это у нас этот как бы. Мухбанг, да? Нет, папа, знаешь, как мухбанг делается? Да. Смотри. А, чавкать надо? Да, чавкать. Чтобы была там тишина, прям микрофон там надо. То АСМР. Мухбанг относится к АСМР. Да? Это бит. А, ну короче, чавканье это АСМР, да? Да. Вот ё-моё, вот эти термины. Ну пробуй. Сейчас. А еще колбасу будем пробовать? Будем пробовать. Ты что-нибудь готовишь? Ну да. Конечно. Короче, надо вот так вот есть. Как там покажут? Глаза закатал. В обморок упал. Поднялся опять, съел. Опять в обморок упал. Я отвечаю, мама сейчас если была, потом она сказала. Доча, ну куда ты на ночь переспишь? Да. С папой можно. Короче, мы сейчас на это, если нет... Аня, не передай, ты что, у тебя потом живот болит? Это да. Вкусно, да? О, а ты не хотела. Так что, друзья, все вкусно. Колбаса следующая. Да. Друзья, время 5 минут 9. Я, короче, в огород пришел. Сейчас буду пробовать свежий перец халапешка. Халапеньо. Рей. С этим... сыром. Сейчас я покрупнее выберу какой-нибудь классный. Какой на меня смотрит. Вот, наверное, вот этот. Его сейчас нафарширую. И запробую. Что, упал что ли? Ну да, ну еще один. Да! Да, Рейка. Ух ты. Так. Рецепт. Я произведение. Перчатки. Уже, друзья, вот прям вот без слов. Одевайте перчатки. Я уже, как говорится, это научен горьким опытом и острым тоже, что даже работа с одним перцем может оказаться не столь приятно потом, когда забываешь. Вот. Это уже свой домашний. Сейчас, секунду. Вытрусить это все. Вот в домашнем... Он, когда я покупал даже, ну, так, тот покупной, да, ну, на рынке, он весь виду какой-то был. Да, там были прям гигантские такие, там у меня, я, по-моему, даже снимал или фотки, или в Яндекс.Дзен выкладывал. Там были, по-моему, до 100 грамм плоды, или больше даже, не помню, по-моему, до 100 грамм, что, ну, это как бы...
Ну, вес такой нормальный. Кстати, я сейчас этот взвешивал, сколько он в почищенном виде. Надо было до и после взвесить. Ну, вот что тут. Плюс-минус, да, 5 грамм. Роли большой не сыграет. Сейчас. У меня тут все есть. У меня весы. Так. По нулям. Не, вам видно? А, вот так вот, наверное, будет. Просто на штативе неудобно. Ну, вот он почищенный, да? 16. Ну, и с плодоножкой, да? 20 грамм. Ну, 21 грамм, да. А там, по-моему, или 50 грамм были. Такие, ну, прям крупные, здоровые. Ну, это тоже такой хороший. С учетом того, что это посажен был долг, ну как, после майских праздников, которые нам много чего поднагадили. Так, секундочку. Так, перец, перец, сыр. Конечно, было бы тряпки. Это как было бы, знаете, как шприцом, конечно бы, лучше нафаршировать, но я и так сделаю, я могу. Кто сомневался, да, в моих способностях? Только я сейчас понимаю, что там, наверное, вакуум создался, надо это воздух выпустить. А как это сделать? А это сделать вот так ножичком. Видно? Я думаю, видно. Что, все заполнено получается. Показываю весь процесс без монтажа. Сейчас я все-таки проковырял, но там смотрю, еще есть пустое место. Сейчас я затолкаю уже без этого, потом вам включу, покажу. Так, друзья, знаете что? Хочу, может быть, лайфхак такой получится, чтобы воздух выходил вот так вот зубочисткой, зуботычкой дырочку делаем, и, наверное, будет хорошо. Сейчас попробую. Если оттуда уже полезет отверстие, то, наверное, уже полное. Хотя, может, и не полезет. Короче, некрасиво это все получается. Но что делать? У меня канал не кулинарный. Показываю, как есть. О, контролька сработала. Значит, все. Это мы вытираем, облизываем. Съедаем, уже остро чувствую. Ой-ой-ой. Сейчас будет. О-хо-хо. Ну вот, вот так вот получается красиво, да? Так, режется. Режется не очень красиво почему-то. Ну как-то надо, может, другой нож надо взять, тогда будет красиво резаться, не будет вот этих, ну поняли, да, следов. Вот. Ой, как я сейчас буду вкушать. Ага, вот и вывалилось.
Ну то. Не важно. Сейчас. Вкусно. Остро, творожно, сырно. Прям. Прям да. Прям очень да. Друзья, рекомендую, попробуйте. Кто любит острое, попробуйте. А вот же желтый. Он прям толстостенный. Толще, чем красный. И вот сколько всего семечек с одного перца. Юрбаря. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 штук. Вот такой вот он. Сейчас буду тоже его пробовать. Но это уже без вас.